Всем привет! Сегодня я покажу вам самый вкусный и самый удачный рецепт пирога брауни. Любители шоколада знают, насколько это вкусно, но из большого множества рецептов очень сложно выбрать именно тот, который у вас 100% получится. Сегодня я дам вам именно такой. Попробуйте его приготовить однажды, и он станет вашим коронным рецептом. И для него вам понадобятся самые простые продукты. Темный шоколад, 120 грамм, 4 яйца, 230 грамм сливочного масла, мука, 60 грамм, какао, 14 грамм и 160 грамм сахара. И если вы хотите удивить гостей и сделать брауни необычным, добавьте в него грушу и сыр с плесенью. Это не обязательно, но это сделает брауни особенным. Из кухонных гаджетов нам понадобится сотейник, в нем мы будем топить шоколад. Понадобится небольшая форма, у меня разъемное кольцо, поэтому я еще использую пергаментную бумагу и фольгу. Но вы можете брать форму с одной, и тогда даже это не понадобится. Вместо миксера используем сегодня ручной венчик, так что этот десерт сможет приготовить абсолютно любой человек. И начинаем готовить. Подготовьте также глубокую форму, в которой мы взобьем яйца с сахаром. Высыпаем сахар и начинаем взбивать. Как я уже говорила, сегодня вам можно справиться даже без миксера, ручным венчиком. Сильно-сильно в там пышную пену взбивать яйца не нужно, потому что брауни должен остаться немножко вязким и мокрым внутри. А это произойдет за счет таких вот не сильно пышно взбитых яиц. Но, тем не менее, белки с желтками должны объединиться. Не должно быть таких вот вязких белков. Объединяем все. Я взбивала яйца несколько минут, и вот такая у нас получилась консистенция. Белки с желтками отлично соединились, а сахар растворился не до конца. А сейчас нам нужно объединить шоколад и сливочное масло в сотейнике. Идем на плиту. Теперь масло. Масло лучше добавить не пластом, а частями. И пусть оно будет комнатной температуры, так быстрее растает и хорошо объединится с шоколадом. Если вы боитесь накосячить шоколадом, то топите его на водяной бане. Но я уже не боюсь, поэтому буду топить на медленном огне. Шоколад топим все время, помешивая. Никуда не отходите от плиты, это очень быстрый процесс. Смотрите внимательно, чтобы не осталось никаких комочков. Шоколад полностью растаял, получился прям жидким. И я хочу вам сказать, что в этом рецепте можно использовать как профессиональный горький шоколад, так и обычную плитку шоколада из магазина. Я обычно покупаю белорусский шоколад «Спартак» 56 или 70%, и он отлично подходит для этого рецепта. У нас уже почти все готово, яйца взбиты, шоколад с маслом растоплен. И пока шоколад остывает, мы займемся сыром и грушей. И последние два ингредиента, муку и какао, мы добавим потом. Чистим грушу и режем сыр. Порежем его кубиками. И у нас все почти готово. Включаем духовку и греем ее до 160 градусов. Объединяем шоколад с яйцом. Аккуратно перемешиваем. Вот такая должна получиться консистенция. У нас осталось два ингредиента, и сейчас я добавляю муку и какао. Тесто готово, оно очень жидкое, не бойтесь, так надо. Сейчас в него можно добавить сыр. Можно не добавлять сыр, а можно вместо сыра добавить вишню. Я летом добавляла кислую вишню, и она отлично сочеталась со сладким шоколадом. Это прям бомба вкус. Но сегодня я добавлю сыр с плесенью, и это тоже будет бомба. Кольцо я установила на диаметр 20 сантиметров, и сейчас использую фольгу вместо дна. Очень плотно нужно и хорошо закрепить с кольцом фольгу, а на дно положить пергаментную бумагу, чтобы не прилип брауни. И, конечно же, я подстрахуюсь, чтобы из этой моей импровизированной формы брауни не вылился в духовку, я подставлю еще одну глубокую форму. Сейчас нужно порезать грушу вот таким образом, тоненькими слайсами, красивыми. И еще разрежем их вдоль пополам. Выливаем шоколадно-сырное тесто в форму. И напоминаю вам, что бортики смазывать маслом не стоит. Если мы их не смажем, так тесто будет лучше цепляться за края и больше и лучше поднимется. Грушу выкладываем сверху. Отправляем наш брауни в разогретую до 160 градусов духовку.
Время приготовления у всех будет разным. Лично я всегда пеку брауни 33 минуты. Брауни должен остаться внутри мокреньким, то очень тяжело непрофессиональным взглядом оценить его готовность. И я оцениваю так, я трясу форму, если он уже не колышется, если верхушка не жидкая, то значит все нормально. Ну, когда он допечется, я вам покажу. Прошло 33 минуты, сейчас посмотрим, готов ли наш брауни. Достаем его, ах, горячо. Брауни еще не готов, я в этой духовке готовлю его первый раз. И вот видите, я вот так шатаю, а он там прям нестабильный, жидкий внутри. И еще 5-10 минут пускай постоит. Можно даже добавить температуры до 170 или до 180 градусов на эти 5-10 минут. Прошло еще 7 минут, я добавила температуры, и посмотрите, мой брауни уже совсем не колышется. Все готово, брауни немного подстыл, и сейчас я его разрежу, покажу вам, каким он получился внутри. Внутри он влажный, но так и должно быть. Если вы не любите слишком влажное тесто, можете просто подольше его подержать в духовке, но я люблю именно такой. Посмотрите, здесь видно, как расплавился внутри сыр. Это очень красиво и вкусно. А теперь еще один момент. Добавьте к этому тепленькому брауни шарик холодного мороженого. Белый пломбир подойдет идеально, и это будет просто невероятно вкусно. Это очень вкусно пахнет, это просто божественно на вкус. И я признаюсь вам честно, брауни мой самый любимый десерт, потому что я очень люблю шоколад, я очень люблю кофе и кофейку. Этот десерт просто незаменим. Обязательно попробуйте его приготовить. Все легко и просто, займет у вас всего лишь полчаса. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет еще много вкусняшек. Обязательно поставьте мне лайк за это видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о следующем видео. Они у нас выходят 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Приятного вам аппетита, и я пойду есть свой брауни. Всем пока!